Сына, ты пробуешь черепашку свою? Да, скажи, мы пробуем черепашку. Максимка, красавчик. Привет. Да, нравится тебе черепашка? Он уже игрушками активно в ванной играет. Мы его садим, у нас тут под ванной есть мисочка вот такая, с разными штучками для него. У него любимые есть игрушки, мячик у него любимый. Да, сына? Что, вот этой штучкой мы его поливаем. Да, вот так вот. Поливаем, скажи. Поливаем. Нравится тебе? Да, вот так, скажи, поливаем. Что у нас еще любимое? Любимая машинка у нас есть, да, которая плавает? Скажи, что его выбрать из всего, да, сына? Разные животные у нас есть. Итак, по чуть-чуть ему даем. И скажи, мы круто время проводим. Я его время от времени поливаю, а он играется. Да, сына? Ой, так, аккуратненько. Ну да, еще на голову, конечно, у нас все дети не любят, когда поливают. Но я аккуратненько приучила его, что он уже не плачет, когда поливаешь его на голову. Да? И вот так скажи, за водичкой мы наблюдаем. За водичкой наблюдаем. Экспериментируем, как она течет. Все ему скажи интересно. Красавчик. Вот так, да? Вот так водичка течет. И мама, скажи, сидит, играется с тобой. И мы не просто купаемся, а мы и развиваемся, когда играем, да, сына? Вот так водичка течет. Вот эта уточка у Максима самая любимая. Он ее берет за голову. И вот, вот в любых ситуациях он этой уточкой играется. Бьет все ею. Со всеми игрушками другими он тоже играется, но утка это самая его любимая игрушка. А Максим долго будет купаться? Ну, наиграется, и когда уже не захочет вылазить, тогда уже будем вытаскивать. Я его помою, еще голову с мылом помою, шампунькой. Правильно? Привет. Да. Ты тут сидишь, наблюдаешь? Да. Сначала он наиграется, потом его покупаю, и только потом он будет вылазить. Понятно. Я тут села немножко поснимать. Обычно я здесь не сижу с этой стороны в ванной, видите, залезла в ванную, сижу вам снимаю. Но сегодня решила поснимать. Много воды. Много воды. Да. Как обычно у нас купание проходит, решила вам поснимать. Играйся, играйся водичкой. Только главное на Максима пока не лей. На спинку можешь ему лить, на голову не лей. На голову нужно аккуратненько лить. Ой. Вода, скажи, в глаза брызгает? Конечно, ты что думал? Водичка брызгается. Какие помощники у меня? Двое. Помощники мои? Да. Хорошо. Да. В общем, вот так мы купаемся. Пока что в маленькой ванночке, потом со временем в большую перейдем. Маленькая пока безопаснее. И игрушечки все рядом, не расплываются по всей ванной. И в доступе у него к рукам игрушки. Он легко все достает. В ушко не лей, в ушко не надо лить. На спину лей, а в ушко не надо лить. Ему, видишь, уточка. Самое интересное, это все-таки уточка у него остается. Навеки. Ну, не навеки. Потом он будет менять свои интересы. Но пока у него период уточки. Уточная любовь у него. Все, покупались? Купальщик. А ты купи? Саша поигрался с тобой.
Боря поигрался с тобой. Мама поигралась с тобой. Да. Целый, как это сказать, полк ухажеров за тобой, да? Нянек. 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 Да. Скажи, немножко сегодня мы вам приоткрыли завесу, как мы купаемся. Правда, мы без одежды купаемся обычно. Это мы для видео, скажи, одели плавочки. Чтобы хоть показать, хоть разочек, как у нас купание проходит, скажи, мы плавочки одели. Да. У нас еще, не знаю, мне кажется, все дети, нет ни одного ребенка, кто бы любил мыть голову. Всегда мытье головы, ну уже не снимешь, потому что я мыла, да и смысла снимать, как ребенок это возмущается. Когда вода стекает, вот шампунькой намылила я ему, трешь голову, он ее убирает, такой, нет, не хочу, не хочу. Вот, а потом, когда смываешь, конечно, попадает оно и в носик, и в рот, неприятно. Но, скажи, мы это перерастем тоже. У нас до поры до времени всем детям это не нравилось, потом перерастают. Скажи, это единственный момент, который мы сегодня не сняли. Ну, потому что, скажи, зачем снимать, скажи, как я возмущаюсь, да? Досина, говори всем пока. Пока, скажи пока. Вот такие мы купы-купы делали сегодня. Все, ребят, пока-пока, до следующих встреч.